Так, начать хочется с классики. Мороз и солнце, день чудесный. Продолжить фактологии. Какого беса, друг, чудесный март месяц на дворе. 4 марта 2018 год, Харьков. И просили меня показать, где находится радиорынок в Харькове. Вот это метро Героев Труда. И вот уже радиорынок. То есть, если на метро подъезжаете, по ходу поезда выходите и налево. Там ошибиться негде. Там дальше сразу Даффи. И сразу за Даффи стена к стене караван. Тоже частенько спрашивают. Там студенческая. Это то ли компас, то ли космос. Уж кто как его кличет. И вон там круглый рынок. Вон он, треугольничка. Рядом с ним рынок стройматериалов, рынок электроинструмента и железячная барахолка. В общем, вот так.